Так, хорошо, ребят. Давайте я скажу, какого сорта семинар будет сегодня. Значит, сегодня я хочу пройтись по... Ну, сначала, понятно, домашнее задание будет, а потом я хочу пройтись по новым алгоритмам и как бы разобрать какие-то... Ну, разобраться с некой подборкой алгоритмов, в том числе и ФСР, еще раз обсудить, что и как происходит. Так, ой, мне же надо было задачник открыть, потому что там же вычисления с комплексными числами. Я же наизусть-то не помню, какие там суммы. Сейчас буквально секунду. Так. 23. Что-то там. Так, 23.2В. Значит, хорошо. И сейчас посмотрим, как... Ага. Вторая, третья и пятая вызвали некоторые затруднения. Так, смотрите, шестая – это была стандартная задача, просто на тот алгоритм, который я вам рассказал. Выбрать базисные векторы из системы, оставшиеся выразить через базисные. Так, значит, первая задача была про сумму косинусов. Давайте сейчас тогда обсудим ее. Значит, так, там, по-моему, углы надо запомнить. А, пи на n, 3 пи на n. Угу. Значит, косинус пи на n плюс косинус 3 пи на n плюс и так далее, плюс и до 2n минус 1. Косинус 2n минус 1 пи на n. Ну, как такая штука считается? Такую штуку, для нее надо ввести число кси, которое есть e в степени и пи на n, оно же косинус пи делить на n плюс и синус пи делить на n. И, по сути, нам надо посчитать следующее. Сумму по нечетным степеням и от нее вещественную часть. Вот. Ну и здесь эта штука считается как? Если мы возьмем одну кси, вынесем, то тут будет сумма квадратов, сумма от кси квадрата, вот, и здесь надо взять от нее вещественную часть. Ну а сумма от кси квадрата, мы понимаем, как эта штука здесь устроена, надо умножить на 1 минус кси в квадрате и поделить на 1 минус кси в квадрате, и получается кси здесь будет 1 минус кси в квадрате, тут будет 1 минус кси в степени 2n. Вот. Ну и дальше надо воспользоваться тем же самым трюком. В числителе и в знаменателе, значит, подставляем и делаем, ну, выносим отсюда кси, в степени n, и тогда дробь справа остается вещественной, и мы считаем только вещественную часть от того, что осталось. Вот давайте так, вот такого... Ой, я, кстати, чат не включил. Самый странный предмет на дистанте – танцы. Вот это я интересную вещь пропустил. Так, хорошо, ребят, вот давайте так. Вот хватило ли такого объяснения? Вот кому такого объяснения хватило? Ну, это же жуть какая-то. Ну, она же гораздо милее решается. Гораздо милее решается? А, ну хорошо, ну хорошо. Здесь можно сказать, что это все корни, и поэтому должна быть сумма 0. А, ой, да, я туплю. Я туплю, вот почему. Потому что у нас кси в степени 2n равно 1, поэтому у нас ответ будет 0. То есть мы, когда вот это выражение подсчитали, у нас, так как кси – это ровно вот это выражение, когда мы ее возводим в степень 2n, вот e в степени 2pi, а это есть единица, вот, ну и значит числитель 0, и значит получается 0. Все, хорошо, ты правильную вещь мне подсказал. Ответ 0. Я вообще собирался... Так, ты пропадаешь. То есть как бы... Я пропадаю? Вот сейчас вернулся. А, да. Я вообще картиночку собирался рисовать и доказать одним махом, что сумма и косинусов таких штук, и синусов таких штук равна нулю. Mm-hmm.
Ну, вообще, это знаешь, что на самом деле, откуда следует, что сумма корней n-той степени из единицы равна нулю. Ты просто говоришь о вещественной и мнимой части. Давайте тогда такой факт сразу обрисуем, что если у вас есть си, есть многочлен x в степени n равно 1, то все его корни, пусть будет кси 1, кси 2 и так далее, кси n. Ну, то есть мы обсуждали, что они находятся по вершинам правильного n-угольника. Так вот, есть такой факт, что если n больше 1, то кси 1 плюс и так далее плюс кси n равно нулю. Кто понимает, почему это так? Так, Ваня, понятно. А еще кто-нибудь? Ну, я как предложивший, наверное. Окей. Ну вот, хорошо. Давайте тогда так. Значит, делается так. Мы рассматриваем такой многочлен. И если n больше 1, то вот тут вот коэффициент после старшего, он нулевой. А этот коэффициент, это есть минус сумма корней. Минус сумма корней по Виетту. Поэтому если n больше 1, сумма корней из единицы n-той степени равна нулю. Поэтому если мы возьмем вещественные мнимые части, то это суммы косинусов и синусов будут, соответственно, равны нулю. Можно еще правильные нулю. Ну-ка. Блин, почему ты пропадаешь? Ну, в общем, если ты сейчас что-то говоришь, я тебя не слышу. Ты пропадаешь у меня. Возможно, Гоша имел в виду, что можно нарисовать правильный n-угольник и сумму векторов от его центров до, как называется, до вершин равна нулю, потому что мы можем его повернуть, и получится тот же самый вектор. Окей, я понял. То есть если мы возьмем вот такую вот штуковину, это кстати, хорошее объяснение. То есть если мы возьмем правильный n-угольник, то сумма этих векторов – это, с одной стороны, какой-то вектор, а с другой стороны, если мы это повернем на, как бы, на вот такой угол, этот вектор должен остаться на месте. А на месте, так как у нас угол не равен 180… этот вектор, ну, в смысле, этот вектор, если он не ноль, то он просто повернется, а он должен остаться таким же, то есть он ноль. Да, окей. Я просто думал, что при повороте может ли какой-то вектор перейти в себя, кроме ненулевого, но так как не поворот, на поворот на угол меньше 360 градусов, да, то он должен обязательно быть нулевым, остаться на месте. Да, хорошо. Да, я тут вылетал немножко. Да, вот я, собственно, заметил. Так, хорошо, поехали тогда дальше. Дальше посмотрим, какая следующая у нас штука была, 23.4. 23.4а. О, вот это хорошая вещь. Значит, вот такая вот сумма теперь. 1 плюс c из n по 3 плюс c из n по 6 плюс и так далее. И надо показать, что это будет 1 третья 2 в степени n плюс 2 косинус πn делить на 3, по-моему. Да, отлично. Смотрите, как вот такую штуку считать? Дайте я посмотрю, кстати, кто сделал. О, кстати, многие решили. Но давайте я расскажу, как я вижу решение этой задачи. Смотрите, вот как такую штуку делать? Вот откуда вылазят вообще суммы биномиальных коэффициентов? Они вылазят, ну, когда мы раскрываем a плюс b в степени n. Ну, давайте сделаем так. Давайте раскроем 1 плюс x в степени n. Как раз тогда будет 1, значит, плюс c из n по 1 x, плюс c из n по 2 x квадрат, плюс c из n по 3 x в кубе. И вот смотрите, как сделать так, чтобы вот эти выражения, ну, как бы через 3 что-то было разное. Но давайте вместо x подставим корни третьей степени из единицы. То есть бывают 3 корня третьей степени из единицы. 1, e в степени 2pi и на 3, и e в степени минус 2pi и на 3. Ну, то есть это будет 1, кси и кси с чертой. Тогда происходит следующее. Значит, сумма с единичкой. Это будет 1 плюс 1 в степени n равняется 1 плюс c из n по 1, плюс c из n по 2, плюс c из n по 3, плюс и так далее. Когда мы подставляем кси, будет 1,
плюс c из n по одному к си, плюс c из n по 2. Кси квадрат – это то же самое, что кси с чертой, плюс c из n по 3. Здесь будет единичка и так далее. И когда я подставляю сопряженное, то будет 1 плюс кси с чертой в степени n будет 1, плюс c из n по одному кси с чертой, плюс c из n по 2. Кси с чертой в квадрате – это будет просто кси, плюс c из n по 3, плюс и так далее. И тогда мы видим, что по степеням тройки у нас идут ровно нужные нам коэффициенты. А если мы рассмотрим отдельно вот эти штуки, то тут будет c из n по одному и сумма всех корней из единицы. 1 кси кси с чертой. Если мы рассмотрим вот это выражение, то тут будет c из n по 2 и все корни из единицы. 1 кси с чертой и потом кси. То есть в итоге у нас вот здесь будут также сгруппированы все слагаемые. И мы знаем, что вот эта сумма, она здесь равна нулю. И вот здесь сумма равна нулю. Это то, что вот мы только что обсудили, почему сумма корней n-то степени из единицы равна нулю, когда n больше одного. То есть в итоге, если мы эти три скобки вместе сложим, то мы получим утроенное выражение, которое нам надо найти. То есть действительно получается 2 в степени n плюс 1 плюс кси в степени n плюс 1 плюс кси с чертой в степени n. Это равняется 3 на вот ту сумму, которая нам нужна. Вот. Ну и теперь остается лишь посчитать вот это выражение. А это выражение можно посчитать как 2 на вещественную часть от 1 плюс кси в степени n. А 1 плюс кси мы уже считали, как выглядит. Это ну, как единичка плюс число по модулю равное 1. Это как раз в одном из домашних заданий мы уже считали такую штуку через там, равнобедренный треугольник, его аргумент находили. Вот поэтому здесь мы можем также легко найти и увидеть, что там вот будет тот самый косинус, который возникал. Так, кто считает, что он понял, как решается эта задача? Жесть. Я там уже хотел через треугольники Паскаля лезть, но меня на такую длинную индукцию не хватило. А, то есть ты здесь не сообразил, что можно такую штуку сделать? Я пытался одну найти, но понятно было, что вот так вот убить два чиселка сразу не получится. Надо сразу три выражения взять. Вот я до этого не додумался. А, я понял. То есть что надо вот все три корня использовать? Да. Я понял. Так, ну, я надеюсь, что мне вот тут можно не досчитывать. Я просто не знаю, нужно ли там вот эту штуку досчитывать или нет. Если кому-то нужно, вы скажите, вот, чтобы просто, мало ли, чтобы не была задача брошена. Но вот это такой прием, вообще, это очень частое явление. Вот с помощью таких корней из единицы вот вы вот берете какое-нибудь выражение, где вот у вас, ну, как бы степени корня встречаются, и вы подставляете разные корни, и потом с суммированием вы можете убивать там те слагаемые, которые надо. То есть, если, например, вы хотите подкрутить, и, значит, чтобы у вас там другие эти возникали, то здесь можно еще там на x, ну, там, на кси еще домножить, у вас тогда ксишка перелезет, и у вас сумма будет не 0,3 и так далее, а по первой, там, четвертой, седьмой и так далее степеням. То есть каждый еще на кси домножить и сложить. Ну, в общем, можно разные штуки делать. Также шаг контролируется степенью корня. Вот. Вот такая вот лабуда. Так, хорошо. Давайте тогда пойдем дальше. 34.3. Что там было? Это, по-моему, на функции. Надо доказать, что независимые да, синусы кратных углов. А, да, синусы кратных углов, что линейно независимы. Смотрите. Значит, синус x, синус 2x, синус 3x и так далее, синус nx, что они линейно независимы. Давайте я покажу один из способов решения. Здесь есть как бы разные способы решения. Ну вот, например, один из них. Давайте рассмотрим линейную комбинацию. И приравняем к нулю. Это, опять же, ноль как функция. А это равенство функций. Поэтому такое равенство означает, что левая функция равна правому, то есть для любого x это равно. Тут можно пытаться подбирать x такие, что все слагаемые там в этой точке 0, а одно будет не 0.
значит, ну и как-нибудь и по очереди все коэффициенты убить. Вот. А можно сделать по-другому. Смотрите, давайте сделаем так. Во-первых, сделаем следующее. Возьмем среди всех вот таких равенств, возьмем такое, чтобы n было минимальное. Давайте ниже подпишу. Вот это выберем так, чтобы n было минимальное. То есть будем считать, что первые n-1 синус линейно независимы, и это уже показано по индукции. База индукции синус x. Одна функция синус x, она не нулевая, как, значит, не нулевой вектор, он всегда линейно независим. Вот, поэтому будем считать, что n минимально возможное. Это первое. Второе, что мы сделаем, давайте продифференцируем дважды это выражение. Раз эти функции равны, нулевая и вот это выражение, то их производные тоже равны. Смотрите, если я продифференцирую один раз, синус заменится на косинус, а если я продифференцирую второй раз, косинус заменится на минус синус. Поэтому после дифференцирования дважды у меня получится А1 с минусом синус х, потом минус А2 на 2 в квадрате синус 2х, минус и так далее, минус АН на n в квадрате синус nx равно нулю. Теперь я могу взять, то есть теперь у меня что получилось? Что если верхнее равно нулю, то и нижнее равно нулю. То есть у меня теперь два уравнения получилось. Но нижнее уравнение давайте я умножу на минус 1 n квадратную. То есть тогда у меня получится, значит, первое равенство, давайте я их перепишу, чтобы у меня просто рядом были. А второе превратится вот во что. Здесь будет А1 делить на n квадрат синус x плюс А2, 2 в квадрате делить на n квадрат синус 2х плюс и так далее, плюс АН синус nx равно нулю. И у меня вот два таких выражения. Но теперь я могу взять и вычесть из первого второе, найти разность. Тогда у меня получится А1, здесь будет 1 минус 1 n квадратная синус x плюс А2, 1 минус 2 в квадрате делить на n в квадрате синус 2х плюс и так далее, плюс ан минус 1, здесь будет 1 минус n минус 1 в квадрате делить на n в квадрате синус nx равно нулю. Ну и мы видим, что мы получили, что из линейной зависимости n синусов следует линейная зависимость n минус 1, а по индукции у нас это означает, что вот эти коэффициенты равны нулю. И раз вот эти товарищи не равны нулю, то это означает, что вот эти исходные коэффициенты равны нулю. Это означает, что в исходной нашей комбинации все коэффициенты, кроме n-того, были равны нулю. И у нас осталось an на синус nx равно нулю. Но такое возможно только, когда an-то равно нулю. Вот и означает, что все коэффициенты нулевые. Кто смог проследить? Ну, первый способ, где подобрать просто x-ы такие, он не работает, там таких x-ов нет. Ну, там можно в общем виде сделать. Там задача 34.4, по-моему. А, нет, я вам не давал. 34.5 можно задачу использовать. Но окей. Ну, в общем, вот такой вот способ. А кто-нибудь делал так же? Кто делал так же? О. А были какие-нибудь другие идеи как-нибудь? О, отлично, все догадались до дифференцирования. Это хорошо. Так, давайте пункт Е. Пункт Е – это степени синуса. А, можно взять производные и решать для косинусов, для них проще. А почему для косинусов проще? Там потому что еще там двойки, ну там 2-3 n-ки вылазят. Любопытно, почему для них проще просто. А, в том смысле косинус через кратный угол расписать. Уф. Я, правда, не понял, откуда там многочлены берутся. Ну, ладно. Я бы послушал, откуда там многочлены берутся, потому что я не очень понял. А, просто косинус кратного угла ты раскладываешь.
А про многочлены, про эти ты просто говоришь, что ты знаешь, что там легко увидеть, что они... Да, ну я понял. Я понял. Окей, да, я понял аргумент. Но это технически чуть сложнее получается, чем то, что я предложил. Но хорошая идея. Да, я про это не подумал. Хорошо, смотрите. Как проверить, что степени синуса линейно независимы? Ну, надо взять также линейную комбинацию. Приравнять ее к нулю. И опять же, это равенство для функции. То есть это равенство для любого x. Давайте сделаем следующее. Рассмотрим многочлен. Тогда мы видим, что у нас для любого x p от синус x равно нулю. То есть это означает, все корни, все значения синуса лежат среди корней многочлена p. То есть для любого x синус x лежит среди корней многочлена p от t. Но если многочлен не нулевой, то у него конечное число корней, а синус x принимает бесконечное число значений. Тут бесконечное количество значений. Отсюда следует, что многочлен должен быть тождественно равен нулю. Значит, все его коэффициенты нулевые, значит, степени синуса линейно независимы. В частности, это рассуждение говорит, почему степени любой функции, которая принимает бесконечное число значений, линейно независимы. То есть степени тангенса линейно независимы, степени косинуса линейно независимы. Вот. А если вы, например, возьмете в качестве функции сигнум x, то есть такая функция, которая равняется минус единице при отрицательных x, 0, когда x равно нулю, и 1, когда x больше нуля, то тогда можно подобрать многочлен, который обнуляет эту штуку. Этот многочлен строится как t минус первый корень, то есть t вычесть минус 1 на t вычесть единичку. То есть это будет t в кубе минус t. И мы видим, что сигнум в кубе минус сигнум равно нулю. То есть поэтому степени вот этой функции, они будут линейно зависимы. То есть это такое общее соображение, что степени функции, которые принимают бесконечное число значений, всегда линейно независимы, и синус тут не по существу. Так, есть ли здесь сейчас у кого-то какие-то вопросы, замечания? Хорошо. Тогда пойдем дальше. 34.4. А, там было про степени экспоненты. То есть я вас решил эти функциями замучить. Но делается так же, и здесь тоже можно дифференцировать. Если вы дифференцируете, то смотрите, какая штука вылазит. Но здесь либо можно также поделить на альфа nt и выбрать n минимальное, поделить на альфа nt и вычесть. Либо можно продифференцировать несколько раз, а именно n минус 1 раз. Да, это все равно нулю. И тогда, если внимательно присмотреться, то что здесь получилась следующая система. Вот. У нас получилась система вот с такой матрицей, а здесь определитель – это Вандермонд. И у нас по определению альфа 1 и так далее, альфа n – это разные числа. Раз они разные, эта матрица, она просто обратима. И тогда это означает, то есть вот эта штука обратима, это означает, что вот этот столбец равен нулю. И это для любого x. Ну и тогда можно подставить x равное нулю, и отсюда получается, что все аиты равны нулю. Если x поставить равное нулю, то у меня получается все аиты равны нулю. Так, это была задача номер 4, если я правильно понимаю. Сейчас я посмотрю. Четвертая тоже ни у кого практически проблем не вызвала. Фух.
Давайте так, ребят, вот такого темпа достаточно? Это я просто так понимаю, что сейчас всем более-менее понятно? Окей. И последняя задача, значит, которую хотелось бы разобрать, задача 34.5. Она говорит вот о чем. Значит, вы теперь хотите в общем виде проверить линейную независимость функции. То есть пусть у вас есть функции, ой, цвет не тот, f1 и так далее, fn, это какие-то функции из R в R. Так вот, они тогда линейно независимы, f1, fn, линейно независимы как функции, то есть в векторном пространстве функции, тогда и только тогда, когда существуют точки a1, an, такая, что матрица, составленная из значений этих функций в этих точках, то есть мы берем f и t в A житой, вот такую матрицу A. Вот тогда, только тогда, когда найдутся такие точки, что, это мат, что такая матрица будет не вырождена. Вот такая задача. Так, сейчас я гляну. Пятая. Ага, хорошо. Так, смотрите, ну давайте, как сказать, есть, как это, раз здесь импликация, давайте я, как это, покажу справа налево, а вы будете показывать слева направо. Как вам такой вариант? Это ловушка. М? Это ловушка всегда. Это всегда ловушка. Хорошо. Ну, то есть я в какой-то момент должен был по-другому сказать. Смотрите, вот в эту сторону это достаточно просто. Действительно, если предположим, что у меня, значит, что у меня функция линейно зависима, ну, что выполнено правое условие, но при этом функция линейно зависима, то есть что выполнена вот, такой, вот такая вот вещь. Но эта вещь тогда выполнена во всех точках для любого x. Значит, в частности, оно выполнено для А1, для А2 и так далее, для вот тех точек, которые нашлись. Значит, мы можем составить вот такую вещь. Ой, только здесь А1. А в последнее подставляем АН. То есть я просто вместо x подставляю a1, потом a2, потом a3, потом an. И получается, что если выполнен для всех x, то есть вот такое равенство. А это равенство, это как раз равенство, где вот здесь написана наша матрица A, f и t от a житого, на столбец из альфа-1, альфа-n равно нулю. И раз вот у этой матрицы определитель не равен нулю, значит она обратима, значит отсюда следует, что весь этот столбец коэффициентов равен нулю, и значит функция линейно независима. Фух, отлично. Теперь осталось показать в другую сторону. Почему, если значит, функция линейно независима, то у меня обязательно найдется, значит, вот, как сказать, такая вот штуковина, что, как сказать, что получится невыраженная матрица для каких-то значений. Вот. Тут надо немножко помучиться. Хорошо. Ну, давайте предположим, что это не так. Да, значит, вот у меня есть f1, fn, они у меня линейно независимы. И давайте предположим, что для любых a1, an вот такая вот матрица АИТ от ожитого, она будет вырождена. Но давайте сделаем так. Давайте я сейчас эту матрицу запишу следующим образом. F1 от А1, F1 от, ой, так, Fn от А1 и так далее. А здесь будет F1 от АН минус 1, ФН АА минус 1. А последнюю точку АН я назову иксом.
То есть для любых точек А1, АН и так далее, вот такая функция, она будет у меня, как этот, вот такая матрица будет выражена. Определитель будет ноль. Теперь смотрите, что мне нужно сделать. Вот. Теперь вещь вот какая. Вот функции F1, Fn, они линейно независимы у меня предположение. Давайте сделаем так. Давайте доказывать наше утверждение по индукции. То есть я по индукции считаю, что для n-1 функции нужное утверждение доказано. То есть для первых n-1 функции у меня найдется набор точек А1, АН-1, так что соответствующий определитель будет не ноль. Это означает, что я вот в этой матрице, вот так, вот этот вот угол, то есть мне найдутся точки А1, АН-1, так что вот этот блок будет не выражен. Это по индукции. И теперь, если я разложу вот этот определитель, который у меня получился, я разложу по нижней строке, то у меня получится следующее, что у меня получится с некоторыми коэффициентами f от x1 плюс и так далее, плюс некоторый коэффициент fn от x равно нулю. При этом вот этот последний коэффициент, это и будет определитель вот этой вот угловой подматрицы. И он у меня не нулевой. И это равенство выполнено для всех x. То есть я получил противоречие с тем, что функция линейно зависима. Так, у меня такое ощущение, что я рассказал очень криво. Вот кто смог проследить за тем, что было рассказано? Вот кто считает, что он уследил? Я сейчас еще раз повторю, чтобы это было... Диму не получилось. Окей, смотрите, давайте еще раз. Давайте доказывать вот это утверждение, что есть ли индукции по n. Давайте еще раз. Вот у меня есть n функций, линейно независимых. Давайте для n равного 1. Если функция, одна функция линейно независима, то она просто не равна тождественному нулю. Тогда, значит, найдется просто точка, в которой эта функция не ноль. То есть, действительно, я для одной функции могу найти одну точку так, что f от этой точки не ноль. База индукции есть. Так, ребят, здесь кто со мной с базой индукции? Так, Гош. Окей. Что база индукции, верно? Да. Да, ясно. Окей, хорошо. Тогда смотри, теперь считаем теперь по индукции, что для n-1 функции у нас утверждение есть. То есть если я возьму, то есть у меня существуют точки А1, АН-1, так что вот такая матрица, составленная из F1 и так далее, Fn, минус 1 в точках А1, АН-1 будет не нулевой. То есть вот матрица, которая выделена здесь синим, она будет не вырождена. Теперь я могу, значит, теперь давайте предположим противное, что для моих n функций утверждение не выполнено. То есть для любых точек А1, АН вот такая матрица будет вырождена. То есть для любых точек А1, АН-1 и АН, то я обозначу за x, вот такой определитель будет равен нулю. Давайте я этот определитель разложу по нижней строке. Тогда что это будет? F1 на какой-то минор от x плюс F2 от x на какой-то минор со знаком, плюс F3 от x на какой-то минор со знаком и так далее, плюс Fn от x на вот этот минор со знаком. И мы видим, что мы получили, что каждый из этих миноров – это просто какое-то число. И это есть, и то, что мы получили, получилась линейная комбинация, равная нулю. Единственное, что надо показать, что это линейная комбинация, хотя бы один коэффициент не нулевой. И здесь мы делаем так. Мы смотрим на коэффициент при fn, это вот такой вот блок. А этот блок – это тот блок, который не равен нулю за счет индукции, потому что здесь возникла матрица для первых n-1 функции в точке А1, n-1, которую мы подобрали так, чтобы этот блок был не нулевой. Вот сейчас удалось уследить? Дим, Гош. Ну да, более-менее в основных чертах ясно. Детали еще, конечно, самому надо. Окей, давайте я тогда детали еще... Давайте я еще раз распишу тогда. Давайте я... Ну, раз неаккуратно было рассказано, давайте я просто еще раз. Смотрите. Есть функция f1, fn-1, fn. И мы показываем, что существует a1, an-1, an, так что матрица fi от ажитая, ее определитель не ноль.
Смотрите, давайте сделаем следующее. Давайте предположим противное. Что для любых А1, АН определитель от вот такой вот матрицы равен нулю. Теперь я же могу взять и обозначить АН за Х. Ну, просто я хочу так переименовать. То есть я возьму определитель F1 от А1, Fn А1, а здесь будет F1 от Х, Fn от Х равняется нулю. Давайте этот определитель разложим по последней строке. Тогда, когда мы разложим, что у нас получится? У нас получится f1 от x с каким-то коэффициентом плюс f2 от x с каким-то коэффициентом плюс и так далее, плюс fn от x с каким-то коэффициентом равно нулю. Где вот эти коэффициенты, это кто такие? Например, вот коэффициент при fn, это будет определитель вот такой подматрицы, это будет коэффициент при fn. Теперь, то есть, и более того, это все числовые коэффициенты. Значит, А1, АН – это какие-то числа, АХ, ну и Х – это произвольное число. Это верно для любых А1, А2 и так далее, АН-1 и Х. То есть это верно, вот это равенство верно для любых А1 и так далее, АН-1, Х. То есть вот давайте так, вот на этом этапе. Гош, ты со мной? Дошло, да? Окей. Вот. То есть теперь дальше. Задача такая. Мы вот эти должны фиксировать так, чтобы вот этот коэффициент был не ноль. А тогда вот от этого это уже будет равенство функции. О, отлично. Сработало. Давайте так. Остался ли кто-то, кому еще, у кого еще остались непонятные детали? Нужно ли мне кому-то что-то еще пояснить или расписать? Вот, а мы получили равенство функции нулю, вот суммы такой с коэффициентами. Да. Причем один коэффициент не ноль. Так. А как из этого дальше нам линейную зависимость получить? Нет, смотри, это числовые коэффициенты. То есть если я зафиксирую А1, АН, вот эти коэффициенты зависят, да, конечно, от А1, АН минус 1. То есть мы получили что? Мы получили противоречие с тем, что функция линейно независима. Мы получили уже линейную зависимость. Я понял, да. Угу. Угу. Да, без проблем. Еще, может быть, вопросы остались? Отлично. То есть вот это, вообще говоря, задача, она про что? Она говорит, что, в принципе, функции можно как векторы прощупать. Но давайте я покажу идейное, как про эту задачу надо думать, откуда вообще берется то, что мы здесь делаем. Смотрите, что такое функция? Вот, например, функция на отрезке 0,1. Про нее мы привыкли думать как про график функции. Да? Вот функция на отрезке 0,1 f от x. Думайте про это так, что вот это индекс, а f от x – это координата. Тогда ваша функция – это такой бесконечный вектор, где координата пробегает точки отрезка. Ну, в данном случае про отрезок, но там было про прямую, это не очень важно. Так вот. Что говорит вот эта штука про функции? То есть, когда у вас есть n функций, это значит, что у вас есть один такой вектор и так далее, и есть дальше еще один, ну, и у вас есть n таких вот бесконечно длинных векторов. И теперь говорится, что такие векторы линейно независимы тогда и только тогда, когда найдется n координат, что вот обрезок из вот этих n координат будет линейно независим. То есть вы просто берете бесконечные вектора и говорите, что если вы отрежете и оставите от них конечный кусок длины n, то вот этот конечный кусок будет линейно независим. Вот что, по сути, означает вот эта задача. То есть, как сказать, что можно найти вот такую штуку. А это можно делать, грубо говоря, теперь так. Берем бесконечно длинный такой... Давайте покажу, как такую штуку теперь можно делать. Берем такой бесконечно длинный набор векторов. Давайте я вот что сделаю. Вот есть такой бесконечно длинный набор векторов. Вот они такие длинные.
ну пусть их там 4. Вот пусть, например, вот тут коэффициент не нулевой. Вы можете вот так вот взять, повычитать из более нижних так, чтобы вот тут добиться нулей. Потом смотрите следующее. Если все строчки, то есть если теперь все строчки вот тут оказались нулевые полностью целиком, но это значит, что просто каждая нижняя строка, она выражалась через верхнюю. А у нас не так, у нас линейно независимые. Значит, вот здесь где-то будет еще один ненулевой коэффициент. Значит, мы берем вот так вот, вычитаем из более нижних, вот тут оказались нули. Опять, если все вот эти строчки оказались нулевые, это означает, что каждая из них, она выражалась через верхние. Раз это не так, значит, здесь где-то найдется ненулевой коэффициент. Вычтем отсюда. Вот. В итоге, опять, если вот тут внизу все оказалось нулем, значит, нижняя строка выражалась через верхние. Значит, здесь где-то будет не ноль. Отлично. Вот мы нашли некоторый набор столбцов, их столько же, сколько наших строк, что на этом пересечении после вот таких элементарных преобразований матрица верхнетреугольная с ненулевой диагональю. А значит, если мы вернем все элементарные преобразования обратно, эта же матрица останется невырожденной. Кто понял вот это доказательство? Кто смог проследить? О, хорошо. То есть вообще вот эта идея, что смотреть на функции как на вектор, она очень правильная. То есть, собственно, смотрите, как обозначается, что такое вектор r в степени n, да? Это функции из конечного множества 1n в r. То есть как бы, когда k ставим f, соответствие fk, k – это координата. Поэтому функции на отрезке… Это есть r в степени отрезок. Ну, как бы, то есть, ну, это просто обозначение, то есть они не зря так обозначаются. То есть обозначение ровно такое, что откуда мы бьем и куда мы бьем. И вот здесь тоже вот это куда мы бьем и откуда мы бьем из конечного множества. Вот. И поэтому, когда вы думаете про функции именно как про бесконечно длинные вектора, вы можете применять те же самые штуки. Это не читерство, это правда, но потому что что ты сделал, когда ты из одного такого вектора, ну просто это ты ментально просто поставил как бы в линию все элементы, которые, ну как бы, то есть ты по сути с графиком работаешь, то есть то, что здесь происходит, это ты работаешь с графиком функции. Ты сказал, возьмем одну точку графика, где функция не ноль, и вычтем как бы функцию из каждой так, чтобы занулить график в этой точке у любой другой функции. Теперь, если у других функций графики целиком занулились, то как бы у тебя все, ну, то есть здесь нет никаких проблем. То есть это просто работа с графиками. Отлично. Вот, да, то есть не забывайте про такую штуку, эта штука помогает просто думать, то есть тогда вы с функциями можете работать как с обычными векторами. Не-не, это честная вещь, так делать можно, это правда. Отлично. У нас с вами еще до черта времени. Хорошо, давайте сделаем так. Давайте теперь перейдем к новым темам. Я хочу пообсуждать несколько алгоритмов и хочу пообсуждать вещи, связанные с координатами. Смотрите, в прошлый раз мы с вами разобрали алгоритм вот какого вида. Это, собственно, была последняя задача. Она решала вот какую штуку. У нас есть Rn, ну, не обязательно Rn, Fn. И в нем нам выдали набор векторов v1, vk. И теперь мы хотим среди, сделать так. Для линейной оболочки v1, vk мы хотим вот здесь найти базис из вот этих векторов, а остальные разложить по вот этому базису. Давайте я напомню, как мы эту задачу решали. Мне сейчас это понадобится. Мы делали так, мы эти векторы складывали вот сюда в столбцы, а потом элементарными преобразованиями строк приводили к улучшенному ступенчатому виду. Ну, давайте предположим, что получилось что-то вот такое. Вот. Тогда вектора, которые идут с теми же номерами, что и, значит, ну, здесь у меня 5 должно быть, с теми же номерами, что и главные, это будет базис. То есть у меня V1, V2, V4 – это базис. А вот эти вот числа, которые стоят здесь,
это будут координаты, с которыми вектора, соответствующие свободным номерам, раскладываются по нашим байсным 2, 3, 0, 4, 5, 6. Вот это был у нас такой алгоритм. И я, помните, какое я объяснение давал? Я объяснение давал, мы рассматривали систему линейных уравнений, соответствующих этим матрицам. Теперь давайте я постараюсь дать другое объяснение. Смотрите, что значит, что мы применяли элементарные преобразования строк? Это означает, что мы вот эту нашу матрицу слева просто умножили на какую-то обратимую матрицу и получили вот эту новую. Но что значит умножить умножить матрицу слева на c? Это значит, что умножить на c каждый столбец. То есть то, что здесь написано, это я на c умножаю каждый столбец. То есть переход от левых векторов к правым осуществляется таким преобразованием, что я на одну и ту же матрицу c обратимую умножаю каждый столбец. А теперь давайте вспомним сегодняшние лекции. Что умножение на обратимую матрицу слева в координатах означает смену базиса. То есть можно думать, что на самом деле произошло следующее, что вот здесь по столбцам это те же самые вектора v1, v2, v3, v4, v5, но только в другой глобальной системе координат. Системе координат. То есть, грубо говоря, здесь мы делаем следующее. Мы меняем систему координат так, пока векторы не... мы так меняем систему координат, что в новой системе координат векторы вот так вот устроены. То есть в новой системе координат V1 стал E1, V2 стал E2, V4 стал E3. То есть это те же самые векторы, что эти, но записаны в другой системе координат. А раз это те же самые векторы, то значит, в другой системе координат. Ну давайте просто для этих векторов и решим нашу задачу. Здесь видно, что эти векторы линейно независимы, а этот как раз мы видим, что это два этих плюс три этих. Этот вектор, а вот этот вектор, это из 4 этих, 5 этих, 6 этих. То есть раз это те же самые векторы, но просто мы, получается, для них и решаем нашу задачу. Кто понял идею с заменой координат? О, отлично. Если кто-то кому что-то надо пояснить или осталось какое-то ощущение, что что-то здесь не то, что чего-то недообъяснили. Можете еще раз повторить, V1, V2 и V4 – это главные координаты? Да, V1, V2, V4 – это вектора, соответствующие главным позициям, где стоят ступеньки. Они дают базис. Угу. Но смотри, вот почему. Еще раз, вот ты берешь векторы V1, V2, V3, V4, V5. Они у тебя записаны сначала в исходной системе, в стандартном базисе. Вот так вот можешь думать, что здесь по столбцам стоят координаты в стандартном байсе. Теперь, когда ты умножаешь слева на обратимую матрицу, значит, что ты как-то глобальную систему координат меняешь. Вот. И, значит, после умножения на c, это значит, что в новой системе координат это те же самые векторы, теперь записываются вот так. Да. То есть раз это те же самые векторы, то теперь нам задачу надо решить для этих векторов. Окей. Хорошо. То есть, поэтому вот, более того, давайте явно укажем, что здесь за замена произошла. Смотрите, то есть изначально, когда мы работали, в данном случае у нас в F5 были, в Fn были векторы V1, V2, V3, V4, V5. В каком они были базисе? Они были записаны в стандартном базисе E1, EN. Это стандартный базис. То есть это там, где единички и нули. А дальше, значит, смотрите, F1, Fn – это новый базис. Новый базис. Значит, здесь что у нас были? Их координаты, давайте так. Здесь у нас были координаты V1, V5. То есть в стандартном базисе, здесь, значит, если у вас есть какой-то вектор-столбец, давайте вот так, A1 и так далее, AN, то он ровно представляется в виде A1 на вот такой вектор, плюс A2 на вот такой вектор, плюс и так далее, плюс AN на вот такой вот вектор. То есть действительно вот эти числа, которые здесь записаны,
они же являются координатами в стандартном байесе. То есть для V1 столбец V1 – это и будут его координаты в стандартном байесе. Вот. А в новом байесе у нас получились здесь, ну, вот там какие-то координаты, это здесь стали 1, 0, 0, 0, 0, там у вектора V2 у нас там стали 0, 1, 0 и так далее, там у вектора V5 у нас 4, 5, 6 стали координаты. И как у нас получились эти координаты? Мы перешли отсюда сюда умножением на матрицу C справа. Это означает, что на базисах мы перешли в обратную сторону, слева умножение, а на базисах мы перешли в обратную сторону умножением на матрицу C справа. То есть новый базис F1 Fn умножить на матрицу C равняется E1 EN. То есть если мы хотим понять, какой у нас новый базис, то новый базис, он ровно имеет вид следующий. F1 Fn, это есть E1 EN умножить на матрицу C в минус 1. Более того, смотрите, так как у нас теперь здесь все векторы F-иты, они в Fn живут, и E-иты живут в Fn, то, что здесь написано матрица из столбцов F1 Fn равняется матрица из столбцов стандартного байеса, ну, то есть единичная матрица, на матрицу C в минус 1. То есть это означает, что новый базис – это просто столбцы матрицы C в минус 1. То есть если мы вот эту штуку теперь разрежем на столбцы, вот тут столбцы, столбцы – это и есть новый базис. То есть вот это обозначение для работы с координатами, когда мы его используем для столбцов, можно про вот эту штуку думать как про строку из векторов, а можно думать как про матрицу. Это тоже работает. То есть таким образом, вот здесь, когда мы делали элементарные преобразования с помощью матрицы C, накопленных элементарных преобразований, то мы с помощью обратной, то базис, в который мы перешли, соответствует столбцам в обратной матрице для матрицы C. Кто смог проследить за объяснением? Как получить базис, в котором у нас что происходит? А я же правильно понимаю, что все вот эти вот смены базиса, они нужны только для того, чтобы привести что-то неудобное к чему-то удобному? Да. Вообще есть такая глобальная логика, что задачу надо решать так. У тебя формулировка геометрическая, там от базиса ничего не зависит. Поэтому выбираешь самый удобный базис и в удобном базисе считаешь. Вот поэтому то, что здесь произошло, мы сказали следующее. Мы хотим найти здесь базисные векторы. Векторы записаны изначально в какой-то системе координат, в которой нам их дали. Там неудобно считать. Давайте поменяем систему координат элементарным преобразованием строк. Поменяли. Отлично. Теперь у меня очевидно, что вот в этой новой системе координат вот эти три вектора являются базисными, а вот эти выражаются с теми самыми координатами, с которыми надо. Раз это те же самые векторы просто в новой системе координат, то значит мы решили задачу про вот исходные векторы. Это общая концепция, как такие задачи решаются. Так, ребят. Понятно, спасибо. А вот здесь про базисные векторы. Давайте, знаете, тогда вот какую вещь обсудим. Смотрите, вот пусть у меня есть Rn, ну, Fn. У меня что-то ощущение, что я как-то криво сейчас рассказываю. И пусть есть два базиса. F1, Fn, какой-то базис. И G1, Gn. Это другой базис. Смотрите, мы знаем, что один базис всегда выражается через другой с помощью матрицы перехода. Как вот ее найти? Кто может сказать? Выражаем одни базис, один, все векторы одного базиса через все векторы другого? А можешь за один гаусс это сделать? Смотрите, я хочу сказать, что решать эту задачу, это вот какая задача. Что у нас на самом деле вот такое матричное уравнение написано здесь. Да, отлично. Вот. А это матричное уравнение
решается как? Ну, мы приписываем и элементарным преобразованием строк приводим к вот такому виду. Тогда вот это будет искомое. Кто это видит? О, отлично. Смотрите, такой вопрос. А может ли здесь получиться не единичная матрица, а что-то другое? Вдруг так получится, что здесь не единичная матрица. Что тогда? Не может. Правда, правильно. Почему? Потому что если G1, GN базис, то соответствующая им матрица, значит, она обязана быть линейно независимой. Столбцы G1, GN, они линейно независимы. То есть если вы возьмете матрицу, соответствующую базису G1, GN, что значит линейная независимость? Это означает, что вот такая система имеет только нулевое решение. А это означает, что вот эта матрица, она просто не вырождена. А значит, обратимо, а значит, она всегда приводится к единичному виду. То есть если вы в Rn или в Fn взяли базисный вектор и поставили по столбцам, то у вас автоматически получился базис. Я извиняюсь, я что-то начал загорать. Если вы взяли в Fn n векторов, G1, Gn, и они базис, и расставили их по столбцам, то получается обратимая матрица. Более того, это критерий. Если вы поставили n столбцов в матрицу, то эти столбцы базис тогда и только тогда, когда эта матрица обратима. Смотрите. Вот давайте так. Значит, если у вас есть G1, Gn в Fn, и, значит, то вот это базис тогда и только тогда, когда матрица, составленная из них, не вырождена. Если она вырождена, то она линейно зависимая. Да, то столбцы линейно зависимы, потому что мы знаем, что это равносильно тому, что вот такая система x равно нулю, у нее только нулевое решение. А эта система — это что такое? Это и есть, что вот такая линейная комбинация. То есть x и t равны нулю. А это равносильно тому, что G1, Gn линейно независимы. То есть я хочу сказать следующее, что вот такое условие проверяет, что G1, Gn линейно независимы. Но из-за того, что их n штук, а в Fn базисных векторов обязательно n, потому что у нас есть стандартный базис, в нем n векторов. Поэтому G1, Gn – это будет максимальное линейно независимое подмножество. То есть, как бы, ну вот, поэтому пройдя вниз, мы знаем, что вот это утверждение о шести эквивалентных способах задать невырожденную матрицу, это просто блочные формулы, что мы можем так расписать. А это означает, что это линейно независимое подмножество из n элементов. И так как n совпадает с размерностью, то есть количеством базисных элементов, то получается это максимально линейно независимое подмножество, то есть тоже базис. Вот поэтому как бы в Fn все базисы – это вот, так, вот такие штуки. Другая вещь, как еще по-другому можно было это получить, что мы на лекциях описывали, что как получается любой базис G1, Gn, он получается так. Мы берем стандартный базис E1, En и справа умножаем на обратимую матрицу. Ну а теперь мы видим, что просто матрица C – это и есть матрица, которая есть из столбцов G1, Gn. Потому что вот это единичная матрица, значит, вот такая вот штуковина. Отлично. Так, фух, это мы с вами обсудили про такую штуку, как смена координат, значит, и переход от одного базиса к другому. Давайте, сейчас, что-то мне как-то не нравится, как я рассказываю. Давайте теперь вот какую штуку обсудим. Смотрите, вот мы с вами говорили, ну вот задача у нас была какая? У нас были векторы v1, vk в fn. Мы взяли их линейную оболочку, и в их линейной оболочке мы выбирали базис среди векторов v1, vk. А давайте сделаем так. Давайте я сейчас предъявлю вам другой алгоритм поиска базиса. То есть теперь мы просто хотим найти здесь базис. Хотим любой базис.
линейной оболочки. Для этого можно сделать следующее. Мы берем наши векторы и складываем их по строкам. Берем, переменяем элементарные преобразования строк. Приводим к ступенчатому виду, не обязательно к улучшенному. И тут получается какие-то Y1 транспонированные, Y2 транспонированные, Y3 транспонированные. Почему мы иногда по строкам, иногда по столбцам? Это связано с тем, какой алгоритм. В каком-то алгоритме я хочу делать… Ну, у меня всегда есть выбор. Я либо всегда складываю, например, по столбцам, но тогда я буду делать элементарные преобразования либо строк, либо столбцов. Либо я выбираю, я делаю то по столбцам, то по строкам, складываю векторы, но всегда делаю элементарные преобразования строк. В общем, практика показывает, что, как сказать, на вычислительные вещи мозгу делать тяжелее всего вычислительные вещи. Поэтому лучше все время делать преобразование строк, а складывать векторы по столбцам или по строкам в зависимости от того, какую задачу мы решаем. Так вот, давайте еще раз. Что я сделал? Я векторы положил по строкам, дальше сделал элементарные преобразования строк и перевел к ступенчатому виду. Так вот, в ступенчатом виде у меня получилось сколько-то ненулевых строк. Так вот, эти строки – это и есть базис линейной оболочки V1, VK. Ну, то есть, например, если у меня, значит, есть какой-нибудь вектор 1, 1, 1, 1 вектор, потом есть, значит, не знаю, там 1, 2, 0, 1 и 2, 3, 1, 2, да, то что я делаю? Я беру, привожу к ступенчатому виду, вычитаю первый вектор из всех остальных, тут получается 0, 1, минус 1, 0, 0, 0, 0, 0, ага. Вот, значит, ну, то есть, если я два вектора, первый и второй вычту из третьего, то у меня как раз получится 0, я просто за одно действие привел. Вот он, ступенчатый вид. Значит, базисом, сейчас, секунду, подвисло. То есть, я показал, что для пространства, которое задается вот этими нашими исходными, четырьмя векторами. Базисом будут вот такие два вектора. И вот эта штука – это базис. Вот это алгоритм. Давайте так, вопрос. Кто считает, что он понял, что алгоритм делает? А Т – это транспонирование, да? Да. То есть я взял векторы, положил в строки, привел к ступенчатому виду и взял не нулевые строки ступенчатого вида. И это и есть базис. То есть теперь я базис беру не среди исходных, а среди новых векторов. Вот. Есть ли кто-то, кому нужно пояснить, что произошло в алгоритме? А кто понимает, почему он работает? Хорошо, смотрите, давайте сделаем следующее. Давайте действительно проверим, что вот тут правильно Ваня сказал. Смотрите, заметим вот что. Если я, как у меня получается новый, давайте сделаем один шаг элементарного преобразования. Давайте вот здесь возьму. То есть когда я взял матрицу, где по строкам у меня лежат V1 транспонированная, V2 транспонированная, V3 транспонированная, да, и вот у меня есть линейная оболочка V1, V2, V3. Когда я сделал одно элементарное преобразование, что у меня получилось? Например, я вел одну строчку к другой. То очевидно, что то, что получилось, каждый вектор, он лежит в левой линейной оболочке. То есть V1 лежит там, V2 плюс V1 лежит там и V3 лежит там. В частности, вся линейная оболочка лежит в ней. То есть если мы перешли от левой матрицы к правой с помощью элементарного преобразования, то правые векторы, которые, значит, их линейная оболочка лежит в левых векторах. Но из-за того, что элементарное преобразование можно выполнить в обратную сторону, верно и обратное включение. Поэтому при таких действиях мы не меняем линейную оболочку. То есть линейная оболочка исходных строк и линейная оболочка новых строк одинаковая.
То есть эти новые строки, они тоже порождают всю вот эту линейную оболочку. Но кроме этого, мы видим, что новые строки очевидно линейно независимы, потому что каждый из них начинается в своей позиции, и поэтому, ну, и понятно, что сначала исключается коэффициент при самой длинной, потом коэффициент при следующей, потом при следующей. То есть действительно новые строки – это базис исходной линейной оболочки. То есть это другой способ, как искать базис линейной оболочки. Он может быть удобнее мне в каких-то ситуациях, он может быть менее удобный в других ситуациях. Давайте так, вот кто сейчас считает, что он понял, почему этот алгоритм работает? Кто смог проследить? Гош, мне нужно что-то пояснить, скажу, что в чем минус заключается. Не прочувствовал? Ну, это, в принципе, такое ощущение. Ну, окей. Просто если есть что-то более конкретное, то говори. То есть в целом все понятно, но нужно, чтобы уложилось. Ну, окей, хорошо. Самое главное, это вот проследить, что происходит при одном элементарном преобразовании. Я кого-то перебил, ребят. Ну, окей. Кстати, Игорь, а ты как? Да вроде просто все, чё. Ну, ты это все, ну, я так понимаю, помнишь. Что ты говоришь. Ну, хорошо, да, теперь... Ты говоришь просто то, что укладывается в интуицию. Окей. Хорошо, теперь смотри, давайте еще одну вещь разберем. Вот есть у нас векторы V1, VK в пространстве... Только давайте не RN, а FN. FN. Теперь хочется сделать следующее. Первое – это проверить, они линейно независимы, и если да, то дополнить до базиса Rn. Ну, Fn. Теперь смотрите. И также хочется это сделать за один гаусс. Давайте я покажу, как это делается. Смотрите, берем векторы V1, VK складываем по строкам. И приводим элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду. Есть два варианта, что может произойти. Давайте так, вариант 1, у нас появилась нулевая строка. И вариант 2, у нас нет нулевой строки. Так вот, вот этот случай означает, что векторы V1, VK были линейно зависимы. А вот этот случай означает, что векторы V1, VK, они линейно независимы. Давайте так, кто вот это понимает, эту вилку? Отлично. Давайте я на всякий случай проговорю, почему это так. Это важно, чтобы, ну, если кому-то нужны детали, что мы уже проверили, что линейная оболочка V1 VK совпадает с линейной оболочкой новых строк. То есть если здесь Y1 транспонированное, YS транспонированное, то линейная оболочка новых строк будет Y1, YS. Вот. И если S строго меньше K, то тогда V1 VK, они просто линейно зависимы. Ну, то есть в этом пространстве максимально линейно независимая система, она из S векторов, значит, система из большего количества векторов обязательно линейно зависима. Хорошо. А вилка номер 2, она как раз и говорит, что почему в случае номер 2 линейная независимость? Ну, потому что во втором случае у нас мы здесь видим, что мы нашли в линейной оболочке V1 VK K базисных элементов, а эти – это K порождающих элементов. Раз K порождающих элементов и K совпадает с количеством базисных, то есть это минимальное количество порождающих, значит, это автоматически означает, что V1 VK линейно независимо. То есть как бы внизу мы пользуемся как раз одним из эквивалентных определений базиса, что V1 VK минимальное порождающее. Так, хорошо.
Теперь смотрите, давайте я объясню, как теперь... То есть в этом случае дополнить добавиться можно только, когда у нас вторая ситуация. Давайте сделаем так. Давайте я отдельно напишу вторую ситуацию, конкретный случай. Вот предположим, мы сделали следующее. Мы привели нашу систему, и она находится вот в таком виде. Значит, давайте 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 6. Ну, тут достаточно было к ступенчатому, я улучшенный ступенчатый написал, это не важно. Так вот, смотрите, я вижу, что у меня теперь есть свободные переменные. Они у меня под номерами 3, да, то есть это здесь я считаю, что я нахожусь в пространстве, соответственно, F5. Пример для F5, потому что вот у меня здесь векторы длины 5, и их у меня было 3 штуки. То есть мы стартовали с V1, V2 и V3 транспонированные. И вот смотрите, я вижу, что у меня свободные переменные – это 3 и 5. Тогда я возьму стандартные базисные векторы, соответствующие 3 и 5 переменные – E3 и E5. Так вот, тогда утверждаю, что V1, V2, V3 и E3 и E5 – это будет базис F5. То есть, смотрите, то есть как мы дополняем наши векторы до базиса? Мы берем наши векторы, складываем в строчку, приводим к ступенчатому виду, берем номера свободных переменных, берем базисные стандартные векторы с номерами этих свободных переменных, то есть это в третьей позиции единичка, остальное 0, здесь в пятой позиции единичка, остальное 0. Их добавляем к нашим исходным векторам, и получается базис. Хорошо. Давайте так. Вот если сейчас у кого-то вопросы, как мы дополнили до базиса нашу систему векторов? Хорошо, другой вопрос. Кто понимает, почему действительно новая система, вот которая внизу написана, будет базисом? Смотрите, давайте сделаем следующее. Давайте возьмем, давайте покажу, почему это будет базис. Вот у нас есть моя система векторов из трех векторов V1, V2 и V3. И я ее привел элементарным преобразованием, но вот к тому виду, который там нарисован. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 4, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 6. Теперь смотрите, давайте я сделаю так. Я вот тут внизу дорисую, а давайте другим цветом, мои два новых вектора, которые я приложил. Это 0, 0, 1, 0, 0, E3. И E5, 0, 0, 0, 0, 1. И я делаю следующее. Я привожу верхнюю часть к улучшенному, ну, к ступенчатому виду, а эти пока не трогаю. Ну и теперь делаю следующее. Теперь я могу взять и вот эти поменять местами. Тогда моя матрица приведена к следующему виду. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 4, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 1. Да, мы сейчас пытаемся добавить к системе, к линейно-независимой системе векторов так, чтобы получить базис. То есть я сейчас сделал следующее. Я взял... положил векторы по строкам, привел к ступенчатому виду, нашел свободные переменные и для каждой свободной переменной добавил вот по такому вектору. И вот их добавил к нашим исходным. Теперь я утверждаю, что вот эти все линейно независимы. Действительно, как показать, что они линейно независимы? Надо показать, что вот такая матрица элементарными преобразованиями строк приводится, например, к верхней треугольной с ненулевой диагональю. Но действительно, что мы делаем? Мы сначала приводим верхнюю часть к тому виду, к которому приводили,
а потом нижние векторы переставляем наверх так, чтобы, как сказать, у меня получился ступенчатый вид. Действительно, на главных позициях у меня тогда стоят зеленые векторы, а синие я выбрал так, чтобы забить на диагонали единичками свободные позиции. В итоге у меня получилась после такой перестановки верхняя треугольная матрица с единичками на диагонали. А это означает, что, ну вот, видите, ступенчатый вид какой. Это означает, что исходные векторы были линейно независимы, ровно по тому же соображению, которое мы применяли вот здесь, вот выше, вот в этой вилке. Ровно вот, как, если у нас получилось, что ступеньки, что нет нулевой строки, значит, исходные были линейно независимы. Ровно теперь это же соображение я применил к вот этим векторам. Значит, вот эти все векторы вместе, раз мы привели к такому виду, они линейно независимы. А так как их количество совпадает с размерностью пространства, ну, здесь пример для F5, то значит, эти все векторы образуют базис в F5. Вот кто считает, что он понял алгоритм? Давайте так, вот сейчас я много чего говорил, сейчас обсуждался алгоритм такой. Даны векторы в Fn. Надо проверить, что они линейно независимы, и если линейно независимы, то дополнить до базиса. Кто считает, что он понял алгоритм и почему он работает правильно? О, отлично. Хорошо. Так. Сейчас надо мне глянуть в мою шпаргалку, чтобы я не забыл, чтобы я все алгоритмы, которые сегодня хотел рассказать, рассказал. Сейчас буквально секунду. Значит, вот этот я рассказал, этот я рассказал, это я рассказал. Ага, про смену координат рассказал. Ага. Смотрите, давайте я тогда сделаю следующее. Я просто повторю алгоритм поисков СР. Ну, то есть у нас осталось 2 минуты. Я повторю алгоритм поисков СР и намекну, что происходит в обратную сторону. Смотрите, вот когда у нас есть FN, есть какое-то подпространство U, то с одной стороны мы его можем задать как в линейную оболочку V1 VK, с другой стороны мы его можем задать как множество решений некоторой системы линейных однородных уравнений. То есть я не доказывал, что любое пространство так задается, но значит, если мы научимся пересчитывать из одного вида в другое, то мы увидим, что каждое пространство задается в таком виде. То есть понятно, что каждое пространство можно задать в левом виде, потому что в любом подпространстве мы можем выбрать порождающее, значит, оно задается вот так. Поэтому если мы любое подпространство сможем задавать системой, ну, пересчитаем в систему, то это означает, что любое подпространство задается и так, и так. Так вот, на лекции было рассказано следующее, что пространство задано в правом виде, а мы с помощью выбора фундаментальной системы решений задаем его в левом виде. На самом деле можно также, если пространство задано линейной оболочкой, можно некоторым образом задать его системой. Давайте сделаем следующее. Давайте я напомню алгоритм поиска ФСР. Как ищется ФСР? Что вот вы берете матрицу А, ну вот пусть для определенности она там у нас m на 5. Вы приводите элементарными преобразованиями строк к улучшенному ступенчатому виду. А что ты будешь делать? Вот. И тогда делаете следующее. Смотрите на свободные переменные. Давайте я. Вот он у меня, улучшенный ступенчатый вид. Смотрите на свободные переменные, и по каждой свободной переменной строите базисный вектор. То есть размерность вот такого подпространства – это в точности количество свободных переменных. То есть у свободных переменных появился геометрический смысл. Это просто размерность пространства решений. Вот. И вы делаете так. Вы свободные переменные полагаете ноликами и единичками, а потом главные переменные находите так, чтобы у вас получилось решение. То есть это минус коэффициенты, которые стоят в соответствующем столбце. Вот. И вот это и будет ФСР. Теперь смотрите, это не единственный ФСР. Как еще можно было бы сделать? На самом деле можно вот в синих местах поставить любые числа так, чтобы вот эти два, вот такие голубые вектора, вот этот и вот этот, были линейно независимы. В частности, это означает достаточно, чтобы определитель вот той матрицы, которая стоит на синих местах, был не ноль. И тогда вот эти любые, то есть вот если я здесь расставлю А и Б, С и Д, и потом заполню желтые ячейки так, чтобы, ну, получилось решение,
то у меня тоже получится базис. Ну и понятно, что я могу заполнить желтые ячейки для любых А, Б, С и Д, потому что для любых свободных однозначно у меня находятся главные. Просто они тогда находятся не так просто, как вот и из этой таблицы. Но любое заполнение синих ячеек линейно-независимыми векторами, оно дополняется до ФСР, до фундаментальной системы решений. То есть таким образом фундаментальных систем решений, вообще говоря, много. Ну то есть это и так понятно было, что их много, но это вот, например, что этот алгоритм, он дает не единственный набор ФСР, а можно еще и вот так вот действовать и таким вот образом еще найти вектор. Теперь вопрос. Вот если у кого-то проблемы с этим алгоритмом, нужно ли кому-то какой-то более конкретный пример привести? Кто считает, что он сможет найти фундаментальную систему решения любой системы, если я сейчас дам эту систему? Там, скажем, 2 на 3. О, отлично. Хорошо. Вот. На самом деле, давайте я сделаю так. Есть алгоритм, который и вот эту штуку, по этой штуке находит матрицу. Давайте я вам про этот алгоритм сейчас скажу, как он выглядит. Вот. А корректность, попрошу вас над ним подумать, я расскажу уже сам о корректности алгоритма в следующий раз. Смотрите, если у вас есть линейная оболочка V1, VK, в Fn, то ну, чтобы задать его системой, нужно сделать вот что. Мы берем, укладываем наши векторы по строчкам. И рассматриваем вот такую систему. Вот у этой системы находим ФСР. Теперь вот эту ФСР укладываем по строчкам. Это и будет матрица А, которая задает наше пространство. То есть отсюда мы получаем матрицу А. И вот оказывается, что линейная оболочка V1, VK – это будут все такие Y из Fn, что AY равно нулю. То есть на самом деле здесь эта задача технически – это тоже поиск ФСР, но только вот для системы векторов, поставленных по строчкам. Вот. Опять же, это я сейчас пока без доказательства рассказал. Я в следующий раз объясню. Вот вы сможете это пока без доказательства, пока. Вот, я в следующий раз расскажу, почему это действительно так работает. У вас пока будет шанс подумать над этой штукой. А тем временем семинар у нас закончился. Я успел рассказать все, что хотел, и почти не задержал. Ребят, есть ли какие-то вопросы по материалу того, что сейчас было рассказано, ну или еще какого-либо сорта вопросы? Дим, а контрольную на 7 переносить прям обязательно? Ну, просто по Ижевску она закончится в 11. Если ты перенесешь ее на 7 вечера, не очень приятно. Да, я понял. Смотри, там вот какая ситуация. Там у одного человека просто пересечение, он там в школе преподает, и он спрашивал, можно ли перенести. Я могу тогда сделать, знаешь как? Я могу просто его позвать на час позже, устроим контрольную в 6 тогда, а его я просто позову на час позже, он просто будет писать на час позже. Сейчас, а? Да. Ну, в смысле, вроде как Герман так и хотел. А, все, я понял, Герман, ты это и хотел. Все, окей, все, тогда точно, это же ты и был. Все, давайте тогда действительно я так и сделаю. Я не буду переносить ее на 7, ее сделаем так в 6, чтобы действительно всем было удобно. Просто я так понимаю, что раньше 6 нельзя, потому что у кого-то есть шестая пара, которая заканчивается в 5.50. И поэтому я не могу раньше 6 начать. Вот. Я бы начал раньше, если бы это было возможно. Вот, без проблем тогда. Сделаем в 6, разобрались. Так, есть ли еще тогда какие-нибудь вопросы? Окей, ребят, раз тогда вопросов нет, спасибо, что пришли, надеюсь, было интересно. Значит, сейчас такая немножко техническая часть пошла, вот, чуть позже будет повеселее. Вот, рад был с вами пообщаться, увидимся в следующий раз. Всем удачи. Пока.